Подробнее об условиях соглашения смотрите в завтрашнем выпуске программы «Республика». А сейчас к другим темам. Состояние здоровья жителей Чувашии обсудили на заседании Кабинета министров республики. За последний год ожидаемая продолжительность жизни выросла на 2,5 месяца. За последний год ожидаемая продолжительность жизни выросла на 2,5 месяца. Теперь показатели следующие. 71 год женщины, 52 года мужчины. Сохраняется естественный прирост населения. По итогам прошлого года 5 человек на 100 тысяч населения. Одним из значимых результатов является и рост числа долгожителей. Сегодня 85-летний рубеж перешагнули более 17,5 тысяч жителей Чувашии. Столетний юбилей отметили 98 человек. Большинство показателей смертности по сравнению с 2015 годом снизилось. Так, смертность от болезней органов кровообращения снизилась на 83%, от туберкулеза на 7,5%, от ДТП на 11,3%, младенческая смертность на 3,1%, достигнув исторического минимума. Чаще всего люди умирают по-прежнему от болезней системы кровообращения. На втором месте внешние причины, на третьем – новообразование. А вот смертность от болезни органов дыхания в год борьбы с этими заболеваниями снизилась на 16%, отметил министр здравоохранения Чувашии Владимир Викторов.